По данным ГИБДД, с начала года в результате аварий на дорогах Чувашии погибло 156 человек. В рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники Республиканской госавтоинспекции провели краш-курс по безопасности дорожного движения для студентов педагогического университета. Краш-курс – это рассказ специалистов, участвующих в профилактике, предотвращении и ликвидации последствий аварий на дорогах. При этом кадры оперативной съемки резонансных дорожно-транспортных происшествий, которые показывают на встрече, позволяют непосредственно ощутить всю трагедию чрезвычайной ситуации. Эксперты скорой помощи описали тяжелые травмы, получаемые участниками дорожного движения, и рассказали о методах оказания первой медицинской помощи. Наглядные примеры действуют на участников дорожного движения весьма убедительно. Трагедия в семьях, бывает даже и семьи полностью погибают. Несмотря на снижение данных дорожно-транспортных происшествий и погибших людей за текущий год, мы все равно ежедневно наблюдаем дорожно-транспортные происшествия, которые случаются по халатности. Ситуация на дороге, она может быть предсказуема. Давно уже стало привычным, что на место ДТП, как и на место пожара, одними из первых прибывают спасатели МЧС. Они обладают большим набором технических средств и оборудования, которые позволяют своевременно оказать помощь пострадавшим. Вот наше подразделение в прошлом году выезжало чаще на ДТП, чем на пожары. Это уже, я думаю, о многом говорит. Плюс ко всему тому, если брать количество погибших, то в разы больше принято проведение, чем пожары. В дальнейшем серию краш-курсов планируется провести и в других высших и средних учебных заведениях республики. А практическую часть сотрудники ГИБДД перенесли на улицы столицы Чувашии. Всем пешеходам они раздают светоотражатели. Так сделай. Вот теперь будем светиться. Родион Архипов, Александр Кузьмин, Республика.